міського протектіком канцл. Вот умница, давно пора. Идите-ка все сюда. Что? Ой, видели бы вы себя. Что? Короче, надоело все. Пора с ними кончать. Поппи, вызывай Хаги. Будем их паковать. Хаги, твой выход. Капец, весь 9-й Б захвачен. Как мы могли раньше доверять этой Лити? Где были наши глаза? А у нас из-за нее все так же нет магии. Что нам делать? Остался только один вариант. И это магия подписчиков. Коржата, срочно нажмите 3 раза на лайк и напишите в комментах «Магия, вернись!» Скорее, нам нужно спасать 9-й Б. Бублик мачо, бублик мачо, цыпочки по мне все плачут. Рыжий волк, крови хосячих, мистер Бубл, супер мачо. Это невероятно! Парни, я в шоке! Смотрите, сколько наших вкусненьких подписчиков под роликом у Коржика написали «Магия, вернись!» Хосята, вы лучшие! Вообще-то не хосята, а коржата. Это мои вкусненькие подписчики, не ваши. То есть ты на самом деле думаешь, что у нас разные подписчики, волосатая сосиска? Типа кто-то смотрит только вас с кексом и не смотрит нас с Бубликом? Кстати, парни, а я вот что подумал, а может мне тоже свой канал завести, и у меня там будут не коржата и хосята, а котята? Котяра, ну ты совсем ку-ку. Ты сейчас очень не вовремя со своим предложением влез. Не видишь, у нас тут разборки из-за подписчиков. Вы серьезно? Моя злая версия захватила ребят из 9-го Б, а вы тут выясняете, как правильно называть своих подписчиков. И насчет своего канала я просто так сказал, чтобы закончить ваш дурацкий спор. Не нужен мне канал. Я хочу, чтобы злой кот Дремот Экзе исчез. Парни, а этот фиолетовый кошак прав. Мы с вами реально выглядим глупо. Наши вкусненькие подписчики поделились с нами своей магией, а мы тут спорим, как их называть. Предлагаю всех наших подписчиков назвать настоящими героями. Да, потому что они активно за нас переживают и всегда нам помогают. Ребята, спасибо вам большое! Вы реально у нас самые крутые! Итак, надо проверить, вернулась ли к нам магия. Давайте превратим кекса в помидорку. Да ты совсем ку-ку, Пенсия. Я вообще-то черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. Я сопля, замерзшая в твоем носу на морозе, который ты поцарапал лицо своей цыпочки, когда полез целоваться. Я Корги Кекс! Убедительно. Так и быть, не будем превращать тебя в помидорку. Превратим Коржика. Это вопиющееся негодяйство. Я не помидорка. Я великий король Корг Третий. А королей нельзя превращать в помидорку. Сами себя превращайте. Ну, тогда вариков не осталось. Кэтнеп, как насчет помидорки? Вы неисправимы. На носу катастрофа вселенского масштаба. Они хотят протестить магию, которой с ними поделились подписчики. Так нам по-любому надо проверить. Иначе как мы будем сражаться с котом Дремотом Экзе? О, я знаю, как проверить магию без вашей помидорки. Но нам всем сначала надо перекусить, чтобы стать тяжелее и чтобы нас тот огромный кошак не смог сбить с ног. Ты и так уже слишком тяжелый, Коржик, поэтому тебе надо сменить корм. Ты что, хочешь сказать, что я слишком толстый? Если будешь наезжать на Брателлу и булить его из-за веса, тебе капец, Пенсия! Да с чего вы взяли, что я говорю о том, что он пухлый? Вообще-то все корги выглядят как бочонки на коротких лапках. Я говорю о том, что Коржику надо сменить корм. А то сколько его нашим вкусненьким кормом Сириус не корми, хвост у него все равно не вырастает. Ах ты, старикашка! Это же явная дискриминация меня по признаку наличия хвоста. И ты прекрасно знаешь, что он не сможет вырасти, какой бы корм я ни ел. Блин, а я надеялся тебя на кошачий корм Кэтнепа перевести, чтобы нам больше доставалось. Все, ваше лопоухое величество, не обижайся. Я тебя не дискриминирую, просто неудачно пошутил. Еще чего, я не собираюсь делиться кормом Сириус с Коржиком. Да все, котяра, успокойся, бандит же сказал, что пошутил. Это некрасиво, нельзя Коржика лишать нашего вкусненького корма. Надо еще и кекса лишить, чтобы нам больше досталось. Ну все, дворняшки, вам капец. Это вопиющееся негодяйство, это мы вас сейчас нашего корма лишим. Парни, можно я влезу в ваш спор? Моему же корму Сириус ничего не угрожает? Дремот, да шутим мы, никто в нашей банде не будет отбирать друг у друга наш вкусненький корм Сириус. Для любой собаки нет лучше музыки, чем звук насыпания корма Сириус в мисочку. Кстати, Кэтнепчик, а может дашь своего корма попробовать? Еще чего, Бублик сказал, что вы его у меня отбирать не будете. А мы для эксперимента у тебя немного возьмем, дадим Коржику, вдруг у него кошачий хвост вырастет. С одним котом в квартире я смирился, но двоих не потерплю. Так, шутники, кушайте молча, иначе узнаете, что такое мой королевский гнев. Ну все, кажется, я набрался сил и теперь точно смогу навалять коту Дремоту Экзе. А у тебя хоть навалялка выросла, а, вонючий пес? Капец! Кэтнеп Экзе сам нашел нас. Ну что же, урод, сейчас ты увидишь мощь самых крутых псов в галактике. Да, надеюсь, завещание ты уже написал? У меня вообще-то нет детей, и мне некому писать завещание.
Ну тогда мы тебя просто укокошим, и никто шевелить тебе не будет. В атаку, парни! По моей команде прыгаем в окно и начинаем битву! Это не ваша битва, парни. Это моя битва. В смысле? Он же тебя одной ногой растопчет. Смотри, какой он здоровый, и у тебя против него ничего нет. У меня есть мой маковый газ. Я попробую усыпить его. Это кто там вякает? Моя добрая версия. Не смеши, кошак. Мы раньше были одним целым. Если ты не засыпаешь от своего макового газа, то и я не усну. Точно! У него иммунитет к твоему газу, Кэтнэп! Короче, доверься нам, ща мы его быстро порвем. Нет, парни, именно я должен уничтожить свою злую версию. В этом цель моей жизни и в этом моя миссия. Ну блин, но он реально в сексиллион миллионов раз тебя больше! Как ты с ним справишься? Руками и ногами. Увеличьте меня. Слушайте, а это может сработать. Если Лето накачало злого кота темной магией, давайте накачаем доброго кота нашей, и тогда он станет таким же большим, как кот Дремот Экзе. Раз я их разделил, значит я и должен поставить точку в этом противостоянии. Хорошо, кот Дремот, прими нашу магию. Хасямба-масямба, хосячий магии кота Дремота накачамба. А, что, не ожидал, Экзешник? Теперь я такого же роста, как и ты. А мне плевать, я все равно завалю тебя одной левой. Капец, коты Дремоты говорят одинаковыми голосами. Но это понятно, они же части одного целого. Смотрите, битва началась. Папа, Пася, отец, пенсия. Чего тебе надо? А почему мы любим оладушки? Потому что наши предки нашли один священный оладушек и решили его попробовать. Им понравилось и решили, что это будет для нас любимое блюдо. А что если мы не будем любить оладушки? То нам всем хана мокрой тряпкой! Капец, капецный! Пася, а ты знал, что море это суп? Море это не суп, рыжая сопля. Ну смотри, в суп мы кладем рыбу, рыба в море есть. В суп мы кладем зелень, зелень в море есть. Видишь? Но в супе еще есть жир. Так в море тоже есть, только там не жир, а жирные людишки. Капец! Папа, Пася, отец. Чего тебе? А что такое персик? Это фрукт, который похож на попу. Значит, наша попа это абрикосы? Да. Капец. Папа, Пася, отец. Чего тебе рыжая сопля? Кто такие куалы? Ну, серые ленивые звери, которые все время спят. Как ты что ли? Это почему? Ну, ты серый ленивый и все время спишь. Капец. Папа, Пася, отец, пенсия. Чего тебе? Откуда берутся дети? А, не говори, я знаю уже. А, да? Фух. Чего? Откуда? С интернета. Капец! Папа, Пася, отец. Что тебе, мистер Бубл? Почему меня назвали Бублик? Потому что я не знаю. А, ты не мой отец? Капец!